Здравствуйте, друзья! Сегодня 26 октября, пятница, что само по себе уже хорошо. Но я хочу поделиться с вами своей радостью. Сегодня в нашей семье праздник, сегодня в нашей семье есть именинник. Не просто именинник, а сегодня моей дочери исполнилось 20 лет. Это потрясающе, вот реально самой не верится. 20 лет – это такой возраст, когда переход из какого-то юного подросткового возраста в более взрослую, ну, мне кажется, в более взрослую жизнь. Вообще я себя ощущаю на этот возраст, и поэтому как-то еще более удивительно то, что моей дочери, моя дочь практически в том же возрасте находится, на который я себя ощущаю. Но, к сожалению, мы сегодня не будем отмечать эту дату, потому что ее сейчас с нами нет. Она учится, у нас живет и учится сейчас в другом городе. Она студентка, студентка третьего курса специальности архитектура, урбанистика. И, к сожалению, Калининград, город, в котором мы живем, не может обеспечить высшим образованием по этой специальности, поэтому она была вынуждена уехать в другой город. Мы, конечно же, очень скучаем, конечно же, мы ее каждый раз ждем и радуемся, когда она приезжает к нам, и очень надеемся, что она приедет на следующей неделе, и мы, конечно же, сходим и отметим эту большую, ну реально большую дату, 20 лет. Сходим где-нибудь посидим, и сейчас я хочу просто пожелать ей удачи, и, Полиночка, будь счастлива, я знаю, что ты смотришь это видео, поэтому удачи тебе и будь счастлива. А я заканчиваю свой влог, потому что, как еще раз повторюсь, сегодня пятница, и я очень тороплюсь на работу, буквально опаздываю сейчас. Всем, кто был со мной в этот день, спасибо большое. Всех люблю. Пока-пока.